В Новосибирской области прошли финальные дебаты в рамках подготовки к предварительному голосованию. За плечами желающих стать кандидатами на пост депутата Госдумы десятки встреч с избирателями и как минимум две дискуссии между собой. Тему продолжит Андрей Баев. В завершающих дебатах приняли участие 5 человек. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Алексей Александров, Татьяна Есипова и Максим Кудрявцев. И 2 парламентария Госдумы Ирина Мануйлова и первый заместитель спикера Александр Жуков. В зале аншлаг. Вопросы на конкретные темы. Как все-таки вы, как действующий депутат Государственной Думы, относитесь к вопросу увеличения пенсионного возраста и ограничения возможностей увеличения размера за проработанный год? Пенсии. Именно из предложений, которые звучат от участников дебатов, будет составлена предвыборная программа партии «Единая Россия», с которой победители предварительного голосования вступят в борьбу уже за мандаты депутатов Госдумы. По крайней мере, на тех дебатах, где я был, где принимал участие, касавшихся экономических вопросов, социальных, обсуждение было очень содержательным, абсолютно конкретным, касавшимся и проблем Новосибирска, Новосибирской области, да и в целом проблем страны. Мне кажется, что и по итогам дебатов можно, если собрать, так сказать, по всей стране, что было сказано, и выделить из этого предложения, которые прозвучали, можно и в программу партии достаточно большое количество содержательных вещей включить. Напомним, уже меньше, чем через неделю любой житель Новосибирской области сможет выбрать своего кандидата. Предварительное голосование пройдет 22 мая. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новости ОТС.